торжество началось под удивительную музыку камерного оркестра. Звучало одно из произведений гениального кыргызского музыканта и композитора Мукаша Абдраева. Он является выдающимся представителем мира отечественной музыки, который в свое время внес самый первый и невосполнимый вклад в ее развитие. Выдающимся представителем кыргызского искусства, кыргызской музыки, он получил профессиональное образование. Это первый кыргызстанец, который получил высшее музыкальное образование профессиональное вот в Москве. И он принес это образование, это знание в Кыргызстан и воспитывал очень много своих учеников. Благодаря им в данное время мы знаем его труды. Коллеги, ученики и последователи талантливого композитора до сих пор неустанно восхищаются им. Мукаш Абдраев – один из первых, кто на то время решил создать и подготовить музыковические кадры для Киргизской ССР. Одновременно составил программу нового предмета под названием «Кыргызская музыкальная культура». Мукаш Абдраевич был человеком очень разносторонним. Во-первых, он в композиторском творчестве оставил большое наследие, потому что он один самостоятельно написал 4 кыргызских опер. Все они были поставлены. Кроме этого, он написал музыкальную комедию «Ким Хан Тик», то, что сделал совместно с Абдласом Малдыбаевым, Оскаром Тулеевым и Ахматом Аманбаевым. И кроме этого, Мукаш Абдраевич оставил сотни вокальных произведений, в том числе песни, романсы, хоры. Для многих Мукаш Абдраев является великим композитором, выдающимся политиком, заслуженным деятелем искусства. И мало кто знает, каким человеком он был в обычной жизни, поделилась дочь музыканта. Ой, как отец замечательный. Просто я не знаю, вот я до сих пор, как это по примеру, все люди, которые знали моего папу, они относятся к нам, детям, после смерти, уже прошло почти больше 40 лет, они когда узнают, что мы дети, они к нам совершенно по-другому относятся. Они начинают улыбаться, любить нас только потому, что он был таким человеком. То есть вот сейчас убеждаюсь, что родители, какие родители, вот эти лучи падают на детей впоследствии. Среди его друзей общения были такие великие люди, как, я не знаю, Малдыбаев, Эрматов, Фиферман Борис Вениаминович, Давлесов, Малдыбасанов. Мы их все знали, они были в кругу нашем, поэтому мы как-то не воспринимали их как великих людей. Это были обычные люди. Спустя многие годы мы все так же можем наблюдать, как его высокий профессионализм четко очерчивается на фоне произведений современных композиторов и музыкантов Кыргызстана, что делает его творчество особенным и неординарным. В своих трудах композитор воспевал любовь к отчизне и мирную жизнь людей. Марьям Янфу, Самат Асанбай Улу, СТВ, город Бишкек.